Открытие в области биомедицины сделали в Уральском федеральном университете. Разработка даст людям возможность контролировать физиологические процессы через приставку к смартфону и использование специального приложения. Как это работает? Сюжет Екатерины Харюты. Вот эта вот группа нейронов сверхвозбудимых, она возбуждается и распространяет свое возбуждение дальше по всей коре. Так в коре головного мозга начинается эпилепсический припадок. Он зарождается не в моторной системе, но полностью ее парализует. Как контролировать ритмы мозга, чтобы не давать болезни проявляться, знает заведующий лабораторией психофизики УРФУ. Юрий Павлов – автор научной работы по тренингу головного мозга. С помощью электродов и специальной программы он может заставить человека владеть своими эмоциями. Так можно победить даже эпилепсию. Мы можем научить этого человека контролировать уровень возбудимости нервных клеток в моторной области. То есть он будет чувствовать некоторое недомогание, но это не будет выявляться в судорожный приступ. Как доказывают научные труды Юрия Павлова, с помощью программирования мозга можно держать под контролем и другие хронические болезни. Вот, к примеру, гипертония. Давление принято снижать только с помощью лекарств, но есть и другой способ. Достаточно увидеть определенное число, и пульс начнет приходить в норму. Но для таких результатов нужны минимум 20 тренингов по особой программе. Артериальное давление 160, то мы можем ему дать порог на понижение, предположим, 140. А если у него 200, и мы дадим ему порог 140, то он уже с этой задачей не справится. Научные исследования в области биомедицины для Уральского федерального университета – одно из приоритетных направлений. Здесь разрабатывают препараты, которые спасут миллионы жизней. Правда, от патента до пилюли проходит путь в 10 лет. В мире на сегодня примерно 17 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, а к 30-му году прогнозируется динамика до 30 миллионов человек. Поэтому весь мир активнейшим образом ищет лекарства, ищет методы предупреждения этих болезней, которые называются чумой 21 века. Сейчас Юрий Павлов параллельно ведет новый научный проект. Он пытается увеличить человеческую память. Это поможет мозгу и работать быстрее, и запоминать больше. Екатерина Харюта, Дмитрий Немытов, Альберт Полудницын. Информационная программа «День», Екатеринбург. В Югре